1962 год. Чили. Чемпионат мира по футболу. Второй матч группового этапа между СССР и Колумбией. На 56-й минуте Виктор Понедельник забивает четвертый гол в ворота южноамериканцев. И счет становится разгромным. 4-1. Но колумбийцы не сдаются и нагнетают давление на ворота советской сборной, который защищал Лев Яшин. Ему 33 года. Он всемирно признанный гений футбола. Соперник с ним не церемонится. Во время игры происходит очень много столкновений. Создается ощущение, что нашего голкипера реально хотят покалечить. Но свой пост он покинуть не может. Замены игроков в те времена еще не разрешались. Грубая игра южноамериканцев приносит их команде результат. В оставшиеся полчаса колумбийцы умудрились сравнять счет, а могли и вырвать победу. Несмотря на досадную ничью, в третьем матче группового этапа советские игроки побеждают мощный Уругвай и выходят в четвертьфинал. Сегодня решится, кому дальше продолжать борьбу за титул чемпиона. Сборной команде Чили или советским футболистам. В том матче наши ребята атаковали больше и острее. Но в середине первого тайма Лионел Санчес со штрафного закрутил мяч в верхний угол ворот Яшина. А на 29-й минуте полузащитник Рохас пробил метров с 25. Наш голкипер, закрытый игроками, не видел момент удара и среагировал с опозданием. Гол. Еще один. Причем оба мяча забиты с дальнего расстояния. Финальный свисток зафиксировал счет 2-1. Советская команда выбыла из турнира и могла паковать чемодан. Тем временем в Москве сразу же назвали виновников неудачи советской сборной на первенстве планеты. В первую очередь Льва Яшина. Никто не принял во внимание его статус и былые заслуги. По возвращении на родину 33-летнего ветерана прямо-таки затравили. С трибун его освистывали болельщики. В газетах печатали критические материалы журналисты. По телефону оскорбляли и даже угрожали. Били стекла в окнах квартиры, прокалывали шины автомобиля. Обвиняли в сдаче матча после посещения дружеской вечеринки, устроенной чилийскими коммунистами. Тренеры перестали приглашать в национальную сборную. И Яшин во второй раз в своей жизни задумался об уходе из футбола. Чтобы в спокойной обстановке обдумать, как ему жить и что делать дальше, он уехал в деревню. Но долго сидеть с удочкой на берегу не смог, хотя и был заядлым рыболовом. В какой-то момент Яшин все же решил доказать, что его рано списали со счетов. Да и распрощаться вот так просто со своей любимой игрой он не мог. Не позволяли гордость и бойцовский характер, закаленный в юношеские годы. Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Его отец работал шлифовальщиком на оборонном авиационном заводе в Тушине. Мама трудилась на заводе «Красный богатырь». Жили Яшины в доме на Миллионной улице, где мальчишки от зари до темна гоняли мяч. Прыгали с крыш сараев, лазали по деревьям и частенько дрались. В 41-м, когда началась война, оборонный завод эвакуировали под Ульяновск. Туда же отправилась и семья Яшиных. Весной 43-го года Лёва пошел на завод учеником слесаря. Было ему тогда всего 12 с половиной лет. А в 16 юноша получил свою первую награду – медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. По возвращении в Москву он продолжал работать на заводе и защищал ворота молодежной команды «Красного октября». Когда молодому человеку стукнуло 18, его призвали в армию. Служил он в Москве и продолжал играть в футбол за армейский коллектив. На одном из матчей высоченного голкипера приметил ставший впоследствии легендарным тренер Аркадий Иванович Чернышов. Он и пригласил Льва Яшина в «Динамо». Эта команда стала единственной в спортивной биографии голкипера. Правда, как утверждают статистики, в конце 50-х годов Яшин провел 3 матча за столичное «Торпедо». Но это были товарищеские игры. Поначалу дела у динамовского новобранца шли не лучшим образом. В контрольном матче он умудрился пропустить гол от своего визави. Голкипер команды соперницы сильно пробил от ворот. Это было и смешно, и горестно даже до слез. От ворот до ворот он поймал мяч, подошел к штрафной площадке и выбил его. И так сильно, что я побежал, столкнулся с защитником, мы развалились, а мяч закатился в ворот.
Именно тогда расстроенный Лев в первый раз подумал, что вратаря из него не получится. Хорошо, что товарищи по команде поддержали, да и тренеры не сильно ругали. Тем не менее, Яшин стал больше внимания уделять хоккею с шайбой. В составе «Динамо» он выиграл Кубок СССР и бронзовые медали чемпионата страны. Молодого вратаря даже рассматривали кандидатом в состав сборной Советского Союза на чемпионат мира 1954 года. И все же любовь к футболу взяла свое. Лев Яшин дождался нового футбольного шанса. Он стал основным вратарем столичного «Динамо». В 1954 году вместе с товарищами по команде побеждает в чемпионате СССР и становится основным голкипером национальной сборной. Спустя два года Яшин уже олимпийский чемпион, а в 1960 году обладатель Кубка Европы. Казалось, ничто не может омрачить его спортивную жизнь и лишить всенародной любви. Но досадная осечка сборной в Чили чуть было не перечеркнула все персональные достижения. Тогда, немного отдохнув и восстановив здоровье, Лев Яшин вернулся в большой футбол. И главное, еще в матче с колумбийцами во время столкновения с игроком соперника наш вратарь получил сотрясение мозга. Но доиграл матч до конца. Затем защищал ворота в игре с Уругваем, а потом вышел на поле и на встрече с чилийцами. То есть с сотрясением мозга Яшин стоял в воротах в общей сложности примерно 210 минут. Следующий год, после чемпионата мира в Чили, 1963, стал триумфальным в звездной карьере великого вратаря. Пятый титул чемпиона страны и всего 6 пропущенных голов в 27 матчах. И, конечно, золотой мяч как лучшему футболисту Европы. Ни до него, ни после, ни один голкипер не удостаивался такой чести. В том же году Лев Яшин отыграл один тайм в составе сборной мира против англичан, посвященном столетию английского футбола. Советский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Яшин снова стал любимцем публики. Свою великую карьеру он продлил еще на 7 лет. Мало кто помнит, но он также носил повязку капитана сборной Турции в прощальном матче турецкого голкипера Тургая Шерена, который в том поединке выступал за родной Галатасарай. А прощальный матч, посвященный уходу великого советского голкипера из ворот, состоялся 27 мая 1971 года в Лужниках. Приглашение сыграть в нем с благодарностью приняли такие звезды мирового футбола, как португалец Эйсебио, англичанин Бобби Чарльтон, немец Герт Мюллер, поляк Владзимир Любанский, югослав Драган Джаич, итальянец Джачинто Факетти, уругваец Ладислао Мазуркевич. К сожалению, бразилец Пеле не смог прилететь в Москву из-за коммерческих обязательств перед своим клубом «Сантос». Мы все собрались здесь, приехав из разных стран, для того, чтобы воздать дань уважения великому футболисту, великому спортсмену Льву Яшину. Good luck, Яшин! Лев Иванович слишком рано ушел из жизни. Ему было всего 60 лет. За два дня до смерти Яшину присвоили звание Героя социалистического труда. К тому моменту из-за гангрены ему ампутировали левую ногу. Дело в том, что с детства Яшин много курил. К табаку он привык во время войны, чтобы глушить чувство голода и не упасть во время рабочей смены у станка. Величие Льва Яшина признано многими. Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. И главным мерилом его футбольного творчества стали стихи, которые посвятили ему великие поэты Владимир Высоцкий и Евгений Евтушенко. Вот революция в футболе! Вратарь выходит из ворот! И в этой новой, странной роли, как нападающий, идет. А Роберт Рождественский настолько ярко выразил талант Льва Яшина, что, как говорится, не убавить, не прибавить.
был миг, как потревоженная мина, и захлебнулся чей-то баритон, и был разбег, и половина мира в беспамятстве искала валидол, и знаменитейший удар с нажимом, и мяч мелькнул свинцовым колобком, а ты достал его в непостижимом, в невероятном, в черт возьми каком! Футбол, наверное, надо сильно любить, отдать ему все для того, чтобы он дал тебе что-то. И я думаю, что я этому добился. Я футболу отдал все. Можно сказать, отдал всю свою жизнь. Девяносто лет со дня рождения великого советского вратаря Льва Яшина. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Яшина. И накануне этого юбилея я побывал дома, где жил Лев Иванович, и встретился с его вдовой Валентиной Тимофеевной. Вот наш задушевный разговор. Во время войны в эвакуации он, говорит, работал слесарем. Ну, ученик слесарь, токарь. Ага. Там все, отец у него работал на этом же заводе. В Ульяновске эвакуировали Тушинский завод авиационный. И они поехали прямо в открытом поле, установили станки. Еще не было ни крыши, ни стен, ничего. И станки начали сразу работать. Народ шел по тропочке зимой под открытым небом. 41-й год. Горел фонарь, ну, на воротах вроде. Они шли как на маяк. А потом построили и стены, и крышу, и все, в общем, достраивали в ходе работы. Вот. А он работал с отцом, ему было 14 лет. Были же и проигранные матчи у «Динамо». Ну, естественно. Он каждую игру переживал даже тогда, когда они выигрывали. 2-1, 3-2. Лежит, вертится, говорю, спи, уже все гуляют давно, празднуют ваш выигрыш. Ты что? Да я вот все думаю, что вот тот мяч я должен был брать, но не видел момент удара. Там кто-то загородил, пробегал мимо. Переживал каждый мяч. Он когда играл, когда команда играла, он играл за каждого мысленно. Знал, что этот передаст мяч, этот должен тому, пас такому-то, это. И если только идет вразрез с его вот ожиданием, и тогда уже он стоял, как говорят, на стреме, уже ждал этот мяч, что он бить будет именно он, не кто-то случайно. Он мог объяснить или это необъяснимо? Как он брал мячи такие, что никто не мог взять, а он брал? Вот, что это было? Ну, вообще-то это, можно сказать, талант или дар, что ли, его. Дар предвидения какого-то. Я говорю, что он играет, он секрет знает. Был какой-то, нет? Или он сам не мог это объяснить? Он сам не объяснит, просто шел на удар, он знал, то ли ему выходить, то ли стоять, то ли падать, то ли лететь, да. А были такие, что травмы? Без травм не обходит. Вам приходилось лечить его? Мне не приходилось, в больнице лечили. Сезон кончается, он ложится в больницу обязательно. То ли колено вышибли, то язва, то сотрясение. Ну, без этого не обходится ни один футболист. А падать надо. Я помню, однажды Михалович Якушин, что-то праздновали, не помню, что именно. Он меня так прижал в уголочек и спрашивает: «Валь, ну как, Лев не обижается на меня?» Я говорю: «А что случилось? Что такое-то?» «Да вот я его просил на тренировке, чтобы он упал. Тренируемся, он не падает». Говорю: «Лев, упади». Он говорит: «Михалович, в игре упаду обязательно. Болит желудок, я не могу сейчас». Он говорит: «Нет, ты хоть один раз для меня упади, и я успокоюсь». Ну, пришлось упасть ему. И Якушин переживал, сам переживал, как он обиделся, наверное, на меня. А уже когда кончал играть в последние годы, я помню, мы с Барашковым сидели рядом на трибуне. Лев упал, ну, мяч достал и лежит с этим мячом. Барашков говорит: «Слушай, что-то... Может быть, сотрясение, может быть, травма какая-то». Я говорю: «Не знаю, вроде бы ничего не было». Он лежал, потом встал, стал в ворота. Дома спрашиваю: «Слушай, ты что, мы заволновались так? Ты что лежал?» Он говорит: «Знаешь,
Так пахло травкой подкошенной хорошо. Лежу, вставать неохота, уже старый стал. Скажите, вот из вождей с кем вот вы были знакомы? Ни с кем не были. Ну как, все же знали Яшина. Ну все знали, ну и что? Ну вы никуда на банкеты никакие вас на... Ну были на каких-то банкетах. С Хрущевым там, помню, встречались. Какой-то банкет был. Приехали они после Олимпийских игр. Там он просто подошел, поздоровался, как со всеми здоровался. Никита Сергеевич. Да. Никаких таких цепанибрата не было. Ни речей, ни слов, ничего. А когда у него просили автографы, простые люди? Он останавливался, кто бы ни просил. У него этого не отнять. Иногда идешь, и вообще никто не встретится. Иногда идешь, там человек один, два, три встретится. Где-то, когда более шумные такие сборища. Там, может, побольше. Детишки там налетят. Клуб «Динамо» тратит бешеные деньги на футболистов. Играет ужасно. Вот недавно они проиграли «Лучу» во Владивостоке, вы знаете, и вылетели из Кубка России. Вот ваш совет болельщикам, которые уже отчаялись увидеть великое «Динамо», что оно возродится? Нет, когда-нибудь? Я не профессионал, я не могу судить ни о их состоянии, ни о их там форме, ни о чем. Надеюсь, что наконец-то заиграют, если будет хорошая команда, если будут хорошие игроки. Нет их там сейчас. Там одна молодежь. Не обыгранная еще. Вот Лев Яшин поразил всех в матче века, который был столетию посвящен английскому футболу. Тогда, в 63-м году, он стоял первый тайм за сборную мира на Уэмбли и не пропустил ни одного гола. Вот по этому поводу очень интересно у меня получился разговор. Я смотрела этот матч в радиокомитете, я там работала, в конференц-зале смотрели, вот там большой телевизор очень. Ну и все, кто-то задержался, смотрели этот матч. Я быстренько, когда закончилась, села на такси, поскольку одну надо было из детского сада дочку взять, вторая с продленки из школы взять надо было. И шофер на меня смотрит, говорит, вы смотрели матч? Я говорю, смотрела. Наши выиграли. Я говорю, как наши выиграли? Англичане выиграли. Какие англичане? У нас Яшин стоял в первом тайме, не пропустил ни одного мяча, значит, наши выиграли, а остальные нас не касаются. Я так хотела сказать, да это мой муж. Ну, хотелось. Но не сказали. Но только хотелось. Ну, да. Не сказали. Да? Нет, конечно. Тогда же во втором тайме его сменили, и сборная мира проиграла англичанам 2-1. Да, да. Да. В декабре 63-го года Яшин был признан лучшим футболистом мира. Просто в 63-м году ему вручили золотой мяч. Чем объяснить, что его звезда не гаснет? Вы знаете, это просто удивительно. Вот уже 30 лет, как его нет, а на кладбище каждый год, еще не один год, не прошел мимо, чтобы на кладбище 22 октября не приходило, ну, 30 человек, это уж самое малое, 30-50 человек обязательно стоят там. Ну и, конечно, выступающие есть, приходят и ветераны из любых команд наших, ну, московских в основном-то, приезжают из-за рубежа, там был и Бекенбауэр, и Пеле был, и Себио был, на кладбище они были, и обязательно просили отвезти их туда.